Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про психологію. В нашій студії психологиня, сімейна психотерапевтка Оксана Соломатіна. Оксана Соломатіна – психологиня, психотерапевтка, сімейна консультантка. Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Психологія та біологія». Авторка та організаторка жіночих програм з перетворення життя. Улюблені страви – грузинська кухня. Хобі – йога, книги, спів. Життєве кредо – все у наших руках. Оксано, вітаю вас в нашій студії. І я вас вітаю. Тож наприкінці квітня в Україні і взагалі в усьому світі відзначали всесвітній, мабуть, і всеукраїнський, так, День психолога. Всеукраїнський День психолога. Тож на нашому каналі було проведено таке соцопитування. У дніпрян питали, чи звертались ви по допомогу до психолога. Давайте одразу ми подивимось, давайте, що ж вони відповіли, а потім далі продовжимо про психологію. І просто немає відчуття, що ти взагалі там ні ребенка не знаєш, ні уважаєш, ні этот грязь отак от. Да. Поэтому я психолог. Нет, спасибо. А чего не звертаетесь? Все нормально. Все нормально с психикой. А взагалі, как вы вважаете, что потребны эти фахівці и треба до них звертатися? Кому нужно, пускай звертаются. Да, обращался много раз и считаю, что это полные аферисты. И просто они дармоеды и зря едят свой хлеб. Их всех надо выгнать полностью и заставить работать на шахте. Вони обманують людей. Мені здається, що ми не весь ролик показали. Я так хотіла спросити, це все відповіді? Тож, насправді, дуже дивна реакція, так? Хоча останній час, я думаю, що до психолога досить багато моїх знайомих навіть ходить. І для мене це є нормальним абсолютно. А не так, як кажуть в ролику, що це лише для тих, в кого з психікою погано, чи проблеми, чи аферісти. Звідки така реакція, як на мене, що зараз от європейський досвід в Америці, це нормально, це добре, це дуже гарно, коли людина ходить до психолога. Всегда в різних слоях населення є різні задачі. И мы знаем про пирамиду Маслоу, да, все известно, что есть уровни потребностей, которые сначала важно закрыть и потом переходить к следующим. И когда вы человеку, у которого не решены базовые потребности, предлагаете решить вопросы более высокого уровня, то, конечно же, реакция в штыки. И, конечно же, об этом потом. У многих людей тоже есть такая реакция, что если человек, например, богат, то у него не может быть проблем. Или, например, если обеспеченная женщина страдает от ухода мужа, то да какие там у нее проблемы? То есть есть какое-то обесценивание. И поэтому точно вы ролик показали неполный. Есть люди, которым психолог нужен, которые обращались, и есть те, которые правда убеждены, что главное в жизни другое, и поэтому они и не обратятся, либо когда обращались, то получили такую реакцию. Есть еще категория людей, которые обращаются к психологу, чтобы точно убедиться, что им невозможно помочь. И вот очередной поход к психологу это подтвердил. Ну, такая картина мира тоже имеет место быть. Если человеку это важно, то
важно. И вы правы, что в последнее время больше обращений стало. В каждой школе есть школьный психолог, в детских садиках есть психологи. Люди во время кризисных ситуаций обращаются к психологам. То есть, конечно же, этого все больше и больше. Но сопротивление среди общества всегда будет. Всегда новое воспринимается в штыки. А так как психология достаточно молодая наука и сфера деятельности, то, конечно, она так и встречается, как и все новое. Насправді, от коли психолог потрібен, от коли варто звертатись, так? Обычно к психологу приходят в кризисных ситуациях. Что такое кризис? Это когда хочется по-новому, но не знаю как. Старое не работает, а по-новому не знаю как. И в этот период и стоит приходить к психологу. Когда человек понимает, что сам он не справляется. Все, что читал, не работает. Все, что советовали, не работает. Сам не выгребаю. И можно идти по жизни с этим, я сама стараться и так и не получить. А можно воспользоваться помощью и выйти на другой уровень. Потому что сейчас ведь самый главный ресурс в обществе – это время. И мы его теряем, когда очень долго закутываемся и ходим по кругу. И поэтому со специалистом процессы проходят быстрее. Как проходит первый сеанс? Коли людина приходить до психолога, що саме відбувається? Знаєте, іноді буває ще і предсеанс. Некоторі клієнти, особливо ті, у яких був, наприклад, опит вже роботи з психологом, вони просять, прямо просять, говорять, а можна з вами познайомитися? Тобто 20-30 минут ми знайомимося, спілкуємося. Чоловік говорить о своїй потребності, свій запрос. И мы обсуждаем, подходит ли мне такой клиент, работаю ли я с таким запросом, и подхожу ли я клиенту как специалист, да, отзывается ли то, что я говорю, как я говорю, находим ли мы с ним контакт. И на первой встрече обычно это знакомство с проблемой, знакомство с человеком, как он пришел туда, куда он пришел, что он уже сделал и что бы он хотел с этим сделать. Ни в коем случае это не шаблон зашел, я просканировала, делайте то-то, и будет вам счастье. Да? То есть для меня важно, что сам человек хочет. Оксана, а как найти от самого своего, чи гарного психиатра, чи психотерапевта? Чи треба питати у фахівця його дипломи? Чи має він бути членом якоїсь спілки? Чи мають бути в нього якісь сертифікати? Ось це важливо? Чи що взагалі важливо? Давайте я немножко скажу, что в Украине обязательным для практики является наличие высшего образования, психологического или педагогического, и дополнительные практические, уже частные, да, не государственного образца, а частные обучения психотерапии и разные направления. Конечно же, не нужно медицинского образования для работы психотерапевтом. В других странах нужно, в Украине пока не нужно. И каждый терапевт проходит сертификацию. И когда он ее проходит, он становится членом ассоциации, как вы говорите. Что это дает клиенту? Это некая защита правовая. Да, это этический комитет, который уже на стороне клиента и терапевта разбирает вопросы, которые не смогли решить между собой клиент и терапевт. Поэтому сертифицированный специалист является членом ассоциации в том сообществе, в котором он обучается. Членом ассоциации украинских психотерапевтов. Украинская, так, психологическая, так? Да, европейская ассоциация. Есть разные ассоциации, вы можете про это спросить у своего терапевта. И это нормальный, адекватный вопрос, конечно. То есть, в принципе, треба питати, так? И как взагалі обрати так собі? Я не знаю, треба или нет, но точно можете. Да. Как по направлению узнать? Выбрать, так, да? Вот самый напрямок деятельности психотерапии, чьи да, такая, клиент чьи психология. Всегда может спрашивать, в каком направлении работает психотерапевт. Можливо, вы зазначите, какие напрямки. Да. Есть основные, да, которые известны, распространены в Украине. Это гештальт-терапия. Я являюсь гештальт-терапевтом. Есть психоанализ. Есть когнитивно-поведенческая терапия.
и НЛП практики, да, то есть вот разные такие самые распространенные, которые существуют на сегодняшний день. Вы можете спросить у специалиста, почему он выбрал именно это направление, чем оно ему нравится, в какой методике он работает. Это нормальные, адекватные вопросы. Особенно если вы почитали и думаете, что вы все знаете, лучше переспросить у специалиста, так ли вы понимаете это направление терапии. І, можливо, навіть розуміти, як будуть проходити ось саме подальші сеанси, так, для того, щоб... И это как раз предыдущий вопрос про первую сессию. На каждой первой сессии терапевт говорит, сколько примерно сессий он видит для решения этой задачи, какой порядок оплаты, какое время, место встречи. Это важные такие технические вопросы, да, которые говорят о том, что клиент защищен этими оговоренными условиями. К примеру, психоанализ, да, у них определенное количество прописанных встреч, да, это регулярные встречи, они должны быть несколько раз в неделю. То есть и это все проговаривается, чтобы клиент не пришел, думая, что сейчас он за одну встречу все решит. Есть терапевты, которые говорят, я вам решу за одну встречу, вот с них и можно требовать. Есть терапевты, которые говорят, у вас 3 года на эту задачу, 3 раза в неделю, хорошо. И человек уже делает выбор, подходит мне такое или нет. Отказывать так же нормально, как и задавать вопросы. Потому что, знаете, в нашем обществе кажется, я же выбрал, уже достаточно того, что я пришел, я теперь должен ходить. Нет, вы всегда можете перепроверять в течение терапии, задавать вопросы. Оксана, еще есть такая думка, чи сгодні ви з нею, що гарний психолог або психотерапевт – це такий собі клієнт, який вже багато попрацював, напевно, над своїми проблемами, так, і, можливо, їх вже вирішив, а тепер хоче допомогти іншим. Зазвичай це так чи може бути інакше? Да, в большинстве случаев это так. И 90% терапевтов, приходя к своему терапевту на первый сеанс, даже не думают о том, что они когда-то будут работать терапевтами. 10% изначально идут те, которые хотят. И правда, есть такая фраза, что хороший психотерапевт – это глубоко травмированный и хорошо проработанный клиент. Потому что когда терапевт находится в позиции клиента, он понимает боль клиента изнутри, он понимает процессы, которые проходят у клиента, и он правда может ему помочь больше, чем просто теоретически подкованный специалист. Это да. А расскажите свою властность. И еще хотела сказать о том, что несмотря на то, что терапевт уже становится терапевтом, получает сертификат, он все равно продолжает ходить к своему терапевту, потому что возникают разные жизненные ситуации, нельзя налечиться наперед, да, есть, правда, механизмы. Возможно, это не так часто, как в начале, но, правда, поддерживать свою жизненную линию тоже очень важно, потому что, кроме того, что психотерапевт имеет такую профессию, он еще остается человеком, и в этой части человеческой у него возникают всегда какие-то вопросы, которые он может решать со своим психотерапевтом. Плюс хороший психотерапевт всегда берет супервизию. Это такая заочная терапия, да, когда я говорю, что у меня есть клиент, не называя ни имена, ни адреса, ничего. У меня с ним вот такая ситуация, мне здесь сложно. И терапевт мне помогает, это всегда более высокого уровня терапевт, специалист, помогает понять, в чем моя сложность как терапевта рядом с этим клиентом. И всегда после таких супервизий терапия идет лучше. Потому что, правда, я, например, не могу все знать. Да, и так же, как и любой другой специалист. И поэтому мы пользуемся помощью коллег, которые в этой профессии больше и дольше. Насправді, в деяких ситуаціях, напевно, навіть погляд ззовні, він може дуже багато важити. Да, да. То есть это терапевт для терапевта. Супервизор називається. Оксана, а розкажіть вашу власну історію. Ви почали вчитися психології. Як тим 10 коли... отношусь я.
Я прийшла. Тобто ви прийшли до психології ще от в школі, да, подумали, помріяли, да, стати психологиною. Правда, да, я смотрела фільми про психологів, мені казали, що це таке, я прям чувствовала, що це така професія, от будущего, мені так хотілося, всі не розуміли, що це за психологія. Але тоді, насправді, це які роки? 90-ті десь були, 2000-ні. Так? 2000-ні. Да, 2000-й год, це тільки починалось, не розуміли, що це за спеціальність така. Ну, все одно родители меня в этом поддержали. Мне было в этом очень много интереса. И я закончила наш университет и 3 года работала школьным психологом. Но потом поняла, что система еще не очень совершенная, и моя фантазия об этой профессии, она не совпадает с реальностью, потому что работает в системе, да, когда, например, не просто ребенка закинули в кабинет и говорят, сделайте с ним что-нибудь, да, а когда это приходит семья, когда они вместе готовы решать вопросы. Потому что вопросы ребенка до 14 лет – это точно вопросы всей семьи. И здесь важен комплексный подход. И даже сейчас, когда мне звонит мама и говорит, поработайте с моим ребенком, я говорю, первая сессия всегда с родителями, чтобы мы понимали картину в целом. Не бывает одного правого, а все в семье неправы. Очень важно увидеть целостную картину. И даже в семья иногда приходит, даже на первую сессию, и они говорят, а он умеет разговаривать? Мне наконец-то сказать дали, говорит другой член семьи. Да? То есть происходят вот такие моменты, где слышат или не слышат друг друга. Оксана, а вы были психологиною в школі. Ви зараз працюєте з дорослими або також продовжуєте працювати з дітьми? Я в последнее время уже не беру в практику детей, хотя имею на это и сертификат, и право, да, но работаю больше со взрослыми. Детей перенаправляю к своим коллегам, которые специализируются на работе с детьми. Потому что я все больше и больше сужаю свою специализацию и выбираю для себя работу со взрослыми. Зрозуміло. Але ж, напевно, от в мене наступне питання пов'язане з дітьми і, мабуть, з сім'єю. Коли родина до вас приходить, то теж може приходити разом з дітьми, так? Да. Оскільки сімейна консультантка, напевно, да, консультуєте всю родину, так? Ну, якщо чесно, таке буває рідко, але іноді буває. Часто приходять батьки. І тому що в основному всі питання між батьками, як вони договоряться. Батьки, ну, обов'язані иерархии выставлять в семье, да, быть опорой для детей. И поэтому от их взаимоотношений зависит очень много. Угу. Какие правила они установят в этой семье, да, с детьми, между собой, от этого много зависит. Оксана, от хочеться повернутися до нашого часу зараз, так? Зараз ми живемо вже 2-й рік в час карантину. COVID-19, новини ось такі інколи бувають дуже досить жахливі. Як забезпечити ось той спокій всередині родини, спокій дитині в якійсь мірі? Так, з однієї сторони, треба бути пильними, мити руки. Однак, наприклад, я чула такі історії, коли дитина починає, так би мовити, перейматись дуже, або психологічно до цього досить так серйозно ставитись і починає дуже багато мити руки. От в мене є історія там, де дитина виходить на вулицю, каже, мамо, до мене попаде мікроб якийсь. І потім вона вже не їсть кілька днів. Ну, тобто такі якісь психологічні, мабуть, розлади, травми, да, чи розлади. Так. Це ще не травма, але це вже, да, якесь безпокійство. Ребенку небезопасно. Основная функция родителей – не обеспечить им высшее образование, да, а создать безопасность для ребенка. И, скорее всего, этот, да, ребенок, о котором вы говорите, не чувствует такой безопасности. Иногда родители скрывают информацию, думая, что они делают добро. Мы не говорим о сексе, мы не говорим о коронавирусе, мы не говорим о смерти, мы не говорим о том, о том, о том. И у ребенка все равно информация где-то есть. И так как родители ему этой информации не дают, он ее дофантазирует. Либо берет то, что говорят другие авторитетные взрослые. Например, как вы говорите, из новостей. А новости у нас не самые радужные.
Я не смотрю телевизор, но предполагаю, потому что моя дочка тоже, попадая к бабушке, звонит мне с вопросами: «Мама, что нам делать? У нас уже столько-то там заболевших». Говорю, что делать? Выключить телевизор в первую очередь. И опираться на то, что мы можем, как наша семья к этому относится и что мы делаем. Да, мы моем руки, мы кушаем хорошую еду, мы принимаем витамины, мы занимаемся спортом. Это правда то, что мы действительно можем сделать. Мы не можем закрыть все окна, мы не можем всех простерилизовать, но что-то, что мы можем делать. И про это говорить с ребенком. Вот это мы можем, вот это мы делаем. Здоровый сенс, головное, так? И, до речи... Паники, без паники. Вы же помните, что самое страшное во время пожара – это паника. Здесь также. То есть обеспечить ребенку безопасность, поговорить с ним об этом, почитать, посмотреть ролики вместе, да, докторов, которым вы доверяете, либо передачи. Возможно, даже с ребенком сходить к врачу. Часто для детей врач является авторитетным человеком в белом халате, и когда вы поговорите с врачом, у ребенка тоже возникает такое спокойствие по этому поводу. То есть обеспечить безопасность. Щодо забезпечення безпеки. Наприклад, зараз деякі люди вважають, що потрібно, наприклад, не ходити в дитячий садок. Або ходити в дитячий садок, де ось цей, так би мовити, ось цей здоровий сенс, так, безпеки. Тобто для когось коронавірус – це дуже страшно, для когось це, ну, наче жити треба. І треба також виходити в світ, треба також, так би мовити, бути на повітрі, в садочку, працювати. Для когось це дуже небезпечно. Ось як ось цю межу. Знаете, есть такая фраза, она мне очень нравится, я ее могу практически к любой теме приписать, что у каждого есть своя фантазия о правде. Да? То есть для каждого человека правдивая, правильная, нормальная жизнь – это по-разному. И очень важно следовать своей теории. Да? То есть если мы очень сильно верим, что коронавирус такой-такой, нужно делать то-то-то, то безопаснее будет выполнять, исходя из своей теории. Если я не верю, и у меня другая правда, то я делаю так. И здесь не про то, чья теория вернее, кто больше, ну, обычно люди спорят, кто больше не прав. Знаете, как в семьях, кто больше козел, да, там, то здесь кто больше не прав, кто больше неправильно относится. И больше сместить акцент на том, что я для себя делаю, я чему верю, и я тогда честен к своей вере, к своей теории. Я не знаю, как правильно, ходить в садик или нет, но если в семье есть приоритет развития, если в семье есть приоритет здоровый образ жизни, режим, то и они выбирают рисковать немного, идти, развиваться, то для них будет правильно ходить. Если для другой семьи будет очень правильно избегать опасности, то такая правда для них будет правдивее. Главное, чтобы в родине все смогли домовиться між собою. Головне, да. Тато і мама, так? Это ось правда. Це, мабуть, в цьому, да, сенс. Так, да. Це правда. Як це найкраще зробити? Розговорювати. Это все не возникает вот в конкретный момент. Все конфликты, которые в коронавирус, они могут активизироваться, да, во время карантина, изменения условий, они активизируются, они когда-то начинали вызревать, да, когда-то было начало. И очень важно понять, что мы не из-за коронавируса разводимся, или мы не из-за карантина сейчас спорим. Мы и раньше это делали, просто сейчас это явно. И тогда поговорить, а в чем мы еще не сходимся. Потому что порою даже на семейную консультацию приходят люди с одним запросом, а оказывается, что это как верхушка айсберга, и на самом-то деле причина гораздо глубже, и она не очень в том, о чем они говорят. Оксана, ми ще сьогодні затронемо так трохи одну тему важливу, бо Верховна Рада ось нещодавно схвалила закон, який розширить можливості чоловіків у догляді за дітьми. Тобто Рада схвалила закон про декретну відпустку для чоловіків, і цей закон дозволяє взяти одноразову оплачувану відпустку на 14 календарних днів.
Ваша думка як сімейної консультантки. Прям бальзам на душу, розумієте? От наскільки важлива ось ця участь чоловіків у вихованні дітей. І ось мати саме ось ці 14, наприклад, днів, хоча б 14. 100% дуже важливо. Знаєте, в нашій культурі, в нашому обществі є такий феномен, називається емоційно відстранений батько. Вот прям так и звучит, да, в нем очень много заложено, что папа присутствует, он приносит деньги, папа присутствует, он возит на машине, но эмоционально папа может не присутствовать. И это очень как, тяжело. Или когда папа не присутствует в домашних делах, не разделяет их с мамой, то, конечно, первые дни, когда мама сама не всегда знает, что с этим ребенком делать, да, это то, где мама и папа могут встретиться, то, где они могут быть оба несмышленые, взволнованные, но при этом наполненные этой любовью и желанием быть с этим ребенком и узнавать и друг другу помогать. Конечно, важно, чтобы папа тоже присутствовал не только материально и физически, но и эмоционально. И даже если 14 дней, которые оплачиваются государством, и все к этому двигается, к объединению семьи, к объединению, решению вопросов важных, тяжелых, непростых, да, то это классно, здорово. Це чудово, але от цікаво, до речі, чи будуть користуватись ось цією відпусткою, так, насправді батьки. Бо в нашому суспільстві зараз це не дуже використовується. Ми ж, знаєте, общество, яке дуже сильно живе установками, нас как-то воспитали. У мужчин є какие-то свои представления о мужественности, о роли отца, о роли мужа в семье. И не всем это нужно, да, там я не кто-то там. Ну, знову ми підходимо до стереотипів. Те, которые из ролика, которые вы показали, точно не будут пользоваться. Но есть и другие, которые с удовольствием участвуют в этих воспитательных моментах. Если есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться нормально? Это все от установок, от взглядов самой семьи. Знаете, есть классная фраза, что для двоих хорошо, то для них и нормально. Поэтому если двое решат, что для их семьи это хорошо, значит это и нормально. И те и воспользуются. Но то, что такая возможность есть, это здорово. Оксано, дякую дуже, що ми сьогодні поговорили про досить важливі теми, і ви так якісно все розповіли. Я вам дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.